Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, картины, скульптуры. Портрет императора Каракаллы. Мрамор, высота 36,2. Это мраморная голова, один из немногих фрагментов, которые сохранились от статуи императора Каракаллы или Марка Аврелия Антониана. Он получил свое прозвище из-за любви к тунике под названием Каракалла, которую носили варвары. Император, много времени посвящавший войне, коротко стриг волосы и брил бороду. Таким он предстает и в этом портрете. Римский историк Геродиан писал о Каракалле. В походах он чаще всего шел пешком, редко садился по воску или на коня. Свое оружие носил сам. Его выносливость вызывала восхищение. Да и как не было восхищаться им, видя, что такое маленькое тело приучено к столь тяжким трудам. Неизвестный римский скульптор передал в этой работе суровый и воинственный нрав Каракаллы. У него низкий лоб со вздувшимися жилами, нахмуренные брови, дерзкий вид, выступающий подбородок. Император выглядит здесь прежде всего воином, но в его портрете заметны и тени его коварства, которое было присуще этому человеку, чей облик вызывает у зрителя какое-то тревожное чувство. Вот такое описание я нашел к портрету императора Каракаллы. Пока-пока, до свидания.